Привет, это ТикТок ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами, и мы вместе с вами опять в Дзержинском, в светофоре, посмотрим на новинки на этой неделе. Вот он, с 9 до 21, улица Угрешская, дом 15А. Так, из вот таких полезных штук. Термосалфетки есть. 57 на 97. 54 рубля стоят. XL размер. Они двухсторонние. В общем, их здесь много. Затем скатерть Василина. 110 на 140. 136 рублей. Ой, какая с курочками. Интересно. Я такую не видела. Смотрите, как здорово. Веселая. Вот это очень красиво. С цветочками. Василечками. В общем, по 136 рублей, Россия. Затем есть здесь пленка самоклеющаяся, 8 метров, ширина 45 сантиметров. Так, надо уходить, здесь погрузка идет, разгрузка. А вот жидкого стекла я не вижу. Посмотрим, может быть, сейчас и найдется где-нибудь. Вот они, товары для мужчин. Многоцелевая смазка, аэрозоль. Это не ВД-шка, а РСС-40, что ли. Ну, типа ВД-40, наверное. Восстанавливает подвижность заржавевших соединений. 100 решений. Универсальная. 88,50. Затем щетки стеклоочистители. 79,90. Трос 142 рубля. Тосол трасса 242 за 5 килограмм. И очиститель салона пенный. О, такого я не видела. Два в одном. Глубокая очистка. 111 рублей 650 миллилитров. Полироль пластика 78,30. Кстати, я брала в Мытищах ее. Что-то нам не очень понравилось. Ничего там не полируется. Ну, просто чистенькое стало и все. Но блеска не дает. Вы меня спрашиваете, каким порошком или гелем я пользуюсь из светофора. Вот этот мне нравится. Я обычно не могу вспомнить название, а вот увидела и вспомнила. 3000 грамм, 232 рубля 90. Так, где он тут? Огромнейшая упаковка. Мне он понравился. Именно для цветных вещей идеально. Вот, для стиральной машины. Он большой, его надолго хватает. Наполнитель для кошачьих туалетов. 1,7 килограмма, 209 рублей. 4,5 литра. Смотрите, какой. Удобно убирать, не требует частой замены. Вот такой. Насыпать слоем 3-5 сантиметров, периодически перемешивать. Из кормов лилу с курицей и кроликом 800 грамм, 83,90. По-моему, не было такого до этого. Вот еще наполнитель комкующийся, Кошкин секрет, 5 литров, 49 рублей. Вот так выглядит пакет. Сухость, чистота, комфорт. Образуют, при использовании образуют крепкие комочки. Что-то еще новенькое, консервированные корма, терракот и терапес. 7,80, 85 грамм с говяжьей и бараньей печенью в соусе. Сделано в России. Это терракот. Так, а где же пес? Пес, по-моему, синенький. Все терракот. Да, терапес синенький должен быть пакетик. Пока что здесь все красное. Для взрослых кошек состав мяса и продукты животного происхождения, в том числе говяжья и баранья печень, растительные компоненты, минеральные добавки, масло подсолнечное, загустители, витамины и все. Морозильники, тесто еще есть, пельмени, гавайская смесь. Так, вот это что, картошка? Да, картофель для жарки. Что здесь еще из рыбы? Окунь морской, потом филе. Мне здесь не очень нравится. Окунь морской свежемороженый, вот он с головами. И вот они, морские коктейли. Вот они, видите, как много здесь наледи. Вот, сплошная глазурь. Ну, это мы с вами уже обсуждали. Морской коктейль 286,50 за килограмм.
и посмотрим, где он сделан. Район вылова Тихий океан, кальмар, осьминог, креветка, мидии. В общем, морозильные камеры меня в этот раз немножко разочаровали. Здесь ничего такого я себе не подобрала. А здесь мороженое. Но с мороженым мы с вами уже разбирались. Там есть заменитель молочного жира, вот именно в этих пакетах. В холодильнике меня здесь поджидает Эрман Гранд коктейль, беру обязательно, ваниль пломбир. Вот этот, если брать, то очень вкусно, например, без молока, это йогуртный напиток, здесь и гречка, здесь и фрукты, а синий он с овсянкой, он уже на молоке, вот тоже груша, манго, очень вкусные, между прочим, мне понравились. А, вот еще, без молока, овсяный. На овсяном молочке, по-моему. В общем, натуральный состав. Все это уже тестировали, пробовали вместе с вами. Мне нравится. Йогурт на овсяной 60 рублей 70 копеек. 930 грамм. И эти продукты без заменителя молочного жира. Вот в чем плюс. Вот в чем плюс. Так, что-то тут сегодня. Смотрите, сколько всего. Эрмигурт возьму сыну. Упаковочку, наконец, настало время. 36,50, тоже без заменителя молочного жира. И пудинг Гранд классный. Значит, 39,50 он здесь. Есть ванильный десерт, а есть с ореховым кремом, что ли. Сейчас разберемся. Вот. Двойной орех. Надо взять. Трубочки с вареной сгущенкой. 131 рубль, 900 грамм. Так, вот еще что новенькое. Сырный продукт 45% с заменителем молочного жира. 271 рубль за килограмм. Сосиски все на местах, колбасы тоже. Все это как и обычно. Вот, например, индейка, ветчина с индейкой 0,8 килограмм от Империи вкуса. Вы можете ее встретить и в других магазинах, но уже по другой цене. Здесь 141 рубль за штуку. Черкизовский комбинат. Вот она. 3% жира, без сои, без ГМО, ветчина с индейкой. В принципе, можно взять. Была, по-моему, такая ветчина. Поменьше упаковочка. Это что-то уж больно много. Там для какого-то, допустим, блюда, где требуется ветчина. Как расходный материал. Деликатес балыковый от Анком. 294 рубля. Анком мне нравится по составу, продукция у него более-менее. Сервелат люкс от Великолукского мясокомбината, но мне не нравится здесь оболочка. Категория Б, 117 рублей за килограмм. Ну давайте прочту состав. Мясной продукт, колбасное изделие, варено-копченое. Свинина, белковый стабилизатор, шпик, говяжий животный белок, натуральные пряности и так далее, тому подобное. Салями нежная. Вот какая мясная коллекция. Сразу три штуки. 279 рублей за килограмм. Не написано, какой сорт. А, первый сорт. С применением стартовых культур из мяса птицы. Первый сорт салями нежная, охлажденная. Изделие колбасное, сырокопченое. Вот, с применением стартовых культур из мяса птицы. Первый раз слышу такое выражение. Что это такое, непонятно. Вот он, мясо птицы по-домашнему, высший сорт. Ладога фабрика кухни, 183 за килограмм. Кнуты сырокопченые, это от Тяшева. И вот они, новиночка. Чипсы мясные классические, 150 грамм из свинины. Атяшевский мясокомбинат, город Саранск, 128,70. Кто брал, вот Светлана, например, из прошлого видео, покупательница, она сказала, что вкусные. Это уже готовые чипсы, можно открывать и есть, хранить в холодильнике. Мясной продукт из свинины сыровялины, чипсы мясные, классические мясные снеки называются. Из 2 килограмм отборного мяса получается всего 1 килограмм чипсов. Свинина, посолочно-нитритная смесь, соль, фиксатор окраски, экстракт черного перца и все, 150 грамм. Я такую упаковку взяла, на вернисажный, будем пробовать. И вот привезли деликатесы из рыбы и морепродуктов, рыба-меч. К
какая-то. Но здесь это, о, рыба-медь. А здесь, смотрите-ка, сельдь в филе кубиками. Потом скумбрия холодного копчения. 228 грамм. О, какая малышка. Рыба-медь город Ковров. 266 рублей за килограмм. А есть еще 70 рублей за 250 грамм. Скумбрия холодного копчения вот в таких упаковках. Но это уже по ТУ. Пойду искать сумку со своей тележкой. Вот пока что все на месте. Теперь мясо продается коробками. Ничего нельзя там перекладывать, вынимать, сортировать. В общем, свинина на кости 189 рублей. Россия. Вот такие коробочки. Одну мы сейчас с вами откроем. Глянем. Масса 10 килограмм 850 грамм. Свинина передний отруб. Охлажденный. ГОСТ указан. Хранить от 0 до плюс 4, срок годности 6 суток. Это Обуховский мясокомбинат. Изготовитель Белгородская область. Короче говоря, заглядываю. Вот, все в пакетиках, чистенько, аккуратненько. Вот, закрываем назад. И вот они, коробочки, вас ждут. Есть тазобедренный отруб на кости с голяшкой. То есть тут совершенно разные. Вот, передний отруб. Что тут еще можно найти? Тазобедренный. В общем, передний и тазобедренный с голяшкой. Вот еще, чуть было не пропустила, кальмары оказываются здесь. Здесь поставили еще один ларь, вот, морозильный. Тут же и креветки, 70 на 90, варено-мороженые, 175 рублей 50 копеек за штуку. И кальмар 154 рубля за килограмм. Ну-ка посмотрим, откуда и что. Смотрите, даже с лавровым листочком. Креветок полно. Кулинарный полуфабрикат из морепродуктов. Мороженая, пищевая, рыбная продукция. Варено-мороженое, не разделанное. Страна происхождения Россия, зона вылова. Какие-то тут буквы. Итак, лавровый лист, соль, даже водная глазурь. Защитная оболочка. Изготовлена Рустрейд. Масса нет, а без глазури не менее 360 грамм. В общем, вы платите за креветки 175 рублей. И одна треть из этой суммы это идет именно за креветки. Остальное за воду. Едем скорее дальше. Вдруг здесь что-то интересненькое. Из новинок еще кислота уксусная 70%. 20 рублей 70 копеек. Вот такая. По ГОСТу. Боген. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал ТикТок ТВ.